Всем привет! Давно не было видео на канале, и как многие из названия ролика уже увидели, что я хочу в этом видео пригласить ребят на встречу, обычных, скажем так, строителей, тех, кто всегда смотрит нас с другой стороны экрана. Вот у нас с 1 по 3 марта будет мероприятие в Москве. Жить мы будем недалеко от метро Сокольники, то есть соберутся снова всевозможные, скажем так, строительные блогеры, ребята, которые снимают на строительные темы, довольно-таки, ну, скажем так, популярные, ну, не хочу как бы на пухо набрасывать, ну, в общем, популярные строительные блогеры, и кого-то из ребят я тоже притащу. На данном мероприятии я знаю, что будут участвовать такие блогеры, как Андрей Шайтер, Александр Смирнов, Михаил Безяев тоже будет. Вот, сейчас такой хайп вокруг Миши какой-то, вот, не переставающий, постоянно идет. Также, ну, я не уверен, что эти люди точно придут на, скажем так, нашу встречу. Но я думаю, Шайтера я за уши притащу, вот. Потом точно знаю, что Евгений Обыденов со мной будет. Также, скорее всего, позову Володю Куликова. Вот, посидим, пообщаемся. Встреча в формате будет, ну, обычным, просто, я не знаю, можно будет накидать какие-то вопросы под постом. Кстати, у меня есть группа ВКонтакте. Скорее всего, я там размещу какую-то информацию, то есть где будет. От себя хочу что попросить. То есть, если кто-то знает какой-нибудь интересное место, ну, плюс-минус там 2-3 километра от метро Сокольники, где можно встретиться вечером, посидеть спокойно, чтобы там не особо шум-гам был, пару часов посидим, пообщаемся. Кто-то может задать какие-то свои вопросы, обещаю ответить на самые интересные. Первый раз мы такое затеяли, поэтому не знаю, что из этого еще получится, но информация будет, наверное, в группе ВКонтакте, ну, вполне возможно, на лайв-канал я выложу еще дополнительный какой-то ролик. Вот, это, скорее всего, будет где-то 2 марта, потому что, ну, может быть, 1-го, то есть, либо 1-го, либо 2-го, чуть, может быть, даже, нет, ну, 3-го, 3-го нет, 3-го мы уже улетаем, так что, ну, в общем, ждите информации, кому интересно данное мероприятие, отписываемся в комментариях, какие бы вы хотели, вообще, формат, ну, данного мероприятия, я такое еще не проводил, поэтому... Поэтому вот как-то так, это такое первое видео встречи, вполне возможно будет видео 2, где уже будет точно место и время. Пока что это только идея, если она вам нравится, поддержим как бы этот ролик. Видео выходит специально на лайв-канале, видео для тех, кому, скажем так, интересна наша деятельность. Ну, всем спасибо, я думаю, до встречи с кем-то лично. Мы, кстати, обязательно сделаем видеоотчет о данной встрече, то есть возьмем с собой несколько камер, поснимаем там обязательно, может быть, кого-нибудь интервью возьмем, может быть, поотвечаем на вопросы под камеру. Ну, не знаю, что из этого будет, так что вот...